трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. 20 тысяч российских автомобилистов в новогодние праздники попались нетрезвыми или отказались от медицинского освидетельствования. Кое-где пьяные водители устроили смертельное ДТП. Например, в Белгородской области под колесами авто, которым управлял пьяный в стельку гражданин, погибли бабушка с внучкой. В Кирове, по данным ГИБДД, за 8 дней Нового года было выявлено 30 нетрезвых шоферов. Трасса 101. МВД подтвердило информацию о сокращении 10 тысяч сотрудников ГИБДД. Это примерно каждый пятый автоинспектор. Причем 6 тысяч – это реальные люди в форме, а 4 тысячи – вакансии. Возможно, освободившиеся должности будут переданы Росгвардии. Трасса 101. Несмотря на сокращение, ГИБДД хочет строже контролировать автошколы. В планах ведомства начать запрашивать у обучающих организаций лицензию, данные о количестве педагогов и учеников, а также учебный план. Дополнительно надо будет предоставить документы по автодрому, договор аренды, коэффициенты уклонов, освещение и сцепление колес с поверхностью. Право на неожиданную проверку автошкол – это тоже то, что хотят заполучить автоинспекторы. В случае обнаружения нарушений они смогут приостановить деятельность учреждения. Трасса 101. Один из крупнейших сервисов по купле-продаже машин с пробегом составил список самых надежных и ненадежных авто в 2017 году. Специалисты проверяли кузов и техническое состояние легковушек. Больше всего нареканий у них вызвали «Лада Приора», «Део Нексия» и «Вазовская 14-я». Последняя, кстати, является самым покупаемым автомобилем на вторичном рынке. «Шкода Октавия» третьего поколения, «Ниссан Джук» и «Хёндэ Солярис» вызвали наименьшее число претензий. Водитель и по совместительству многодетный отец отличился в Красноярске. Семья, видимо, поставила его перед фактом. «Везешь нас на новогодний праздник». Но куда посадить двух из четырех ребятишек при условии, что в салоне «Тойоты Калдина» должны поместиться еще двое взрослых? Решено. В багажник. Но, к несчастью, навстречу находчивому папаше попались гаишники, которые обнаружили нестандартный груз. Итог – штраф 3 500 рублей. Ну а на праздник, благодаря вызванному такси, семейство все-таки успело. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.